Птицефабрика «Пермская». Традиции, качество, вкус. В чем же ее большой секрет, кроме того, что для карет она подходит идеально? Осенние прелести и краса нам позволяют чудеса творить на кухне. И печально, что с нею вкусных блюд опять по пальцам можно сосчитать. Здравствуйте, дорогие друзья! Считать вкусные блюда из тыквы, а мы о тыкве, которую мы умеем готовить, согласитесь, напрасный труд, мы же действительно их умеем готовить, и хоть и скромным числом. Давайте лучше сегодня о том, чего мы не умеем. Первое, второе, компот и десерт. Для тыквы нет ничего невозможного. Но, как ни странно, самым простым блюдом из нее можно назвать как раз последнее, а не первое. Сладко, вкусно, печено. Крупные куски оранжевой красавицы раскладываются на противне и запекаются в духовке в течение 10-20 минут, в зависимости от толщины кусков. Потом готовую тыкву присыпают сахарной пудрой, поливают вареньем или сиропом. Компот тоже возможно. Оригинальный венгерский напиток из тыквы и яблок согреет вас и осенью, и зимой, подарив аромат теплых фруктов и пряностей. Для него нарезанные тыкву и яблоки сбрызгивают винным уксусом, оставляют помариноваться, потом заливают сиропом из сахара яблочного сока с гвоздикой, кардамоном и корицей. Еще поварить минут 10 и можно наслаждаться. Ну а на второе может быть плов с тыквой. Думаю, не стоит объяснять, как правильно плов готовить. Главное, тыкву в него не забыть поместить и не в начале готовки, а где-нибудь ближе к концу. Иначе разойдется и следа не останется. В качестве второго блюда с тыквой может быть и мясной рулет с тыквенной начинкой. Для него хорошенько отбивают свиную вырезку, выкладывают на нее измельченную в блендере с какими-нибудь орехами тыкву, присыпают зеленью, сворачивают рулетом и запекают в духовке. Ну а уж сытнее тыквенно-сливочных, тыквенно-картофельных, тыквенно-помидорных супов-пюре. Да с чесночными гренками или беконом просто не сыскать. И, кстати, насчет сытости – это не пустые слова. Доказано, протертая пища быстрее усваивается организмом. А что еще? Тыква с сыром – прекрасная начинка для пирогов. Маринованная тыква по вкусу напоминает ананасы, если, конечно, маринад сладкий. А уж сколько самых разнообразных салатов с ней можно приготовить. Мы вот сегодня как раз с ананасами ее запеченную с морковью соединили. Получилось ярко. Салат из тыквы. Тыкву и морковь нарезать довольно крупно. Уложить в фольгу, посолить, поперчить, прилить бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Закрутить, отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 20. Потом соединить с нарезанным яблоком, консервированной кукурузой и консервированными ананасами. Сок от запекания будет отличной заправкой. Приятного аппетита и пользы всемерной. Пусть тыква без участия других ингредиентов весьма нейтральна и даже пресновата на вкус, но она настоящий кладезь полезных веществ. Витамины, цинк, железо, калий, кальций. Словом, здоровья нам крепкого, то есть большого, как тыква. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока.